И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, добро пожаловать на новое видео по F1 2020, и сегодня у нас уже 15-й этап первого сезона My Team, и уже вот так вот быстро у нас пролетело, собственно говоря, 14 этапов, прям, ух, очень быстро и прям интересно было, особенно в Венгрии, да. Ладно, у нас квалификация Гран-при Италии, Монса, тут должно быть все прекрасно, потому что, ну, во-первых, я это ехал прямо перед ОРЛом в Италии, так что я этот раз очень хорошо знал. И, во-вторых, в принципе, тут боты не такие уж и сильные. Они тут достаточно слабые, еще с 17-й формулы, вроде, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, начиная вот с 17-й формулы, когда я начал играть, собственно говоря, посерьезки в эту серию игр, всегда они тут были одними из самых слабых. Ладно, первый сегмент, первая позиция в протоколе. В принципе, достаточно хороший результат. А, и да, еще, возвращаясь к тому, как быстро мы идем в сезон, некоторые уже едут в середину второго сезона. Да, очень классно. Я выпускаю видео и сам еду очень быстро и качественно. Ладно, ну и второй сегмент. Тут уже не было первой позиции на, в принципе, возможно, ваше удивление и на мое удивление. Ну, опять-таки, одна попытка, софт и только третья позиция. Только третья позиция. В начале сезона для нас был очень хорошим результатом выход из первого сегмента. Да даже какая-нибудь 18-я позиция была достаточно хорошим результатом. Ну а 4 десятых до Мерседеса, до лидера, это не так уж и мало. У нас вылетает, кстати, Алекс Албон, он не прошел в третий сегмент. Ну, собственно говоря, в третьем сегменте вы можете видеть самый быстрый круг, собственно говоря, в моей квалификации, который был, кстати, достаточно хорошим. Да, пока что на поле у нас Ботас, но я заметил такой баг в игре, что если даже иногда боты ставят время гиперадское, то оно может каким-то образом, вообще не понимаю, оно меняется на более слабое время, и ты его уже можешь перебить. Например, у Ботаса стояло время 1.17.8 вроде оно стояло, и, конечно же, я до этого времени бы не дотянулся на своем драндулете. А вот... Собственно говоря, когда я заканчивал круг, я удивился, потому что, да, я смог это время как бы перебить, но у него было совершенно другое время. После второго сектора я вообще у него улучшал адское количество времени, тут у него было 1.18.0, но до этого, когда я сидел в боксах после первой попытки, у него было 17.8. Короче, я вас мега запутал, сам себе запутал, но, надеюсь, суть вы уловили в том, что очень много багов, потому что, ну... Да, игра еще сырая, она вышла меньше месяца назад, сегодня 31 число только. Не знаю, когда это видео выходит. Ну, короче, время у меня 1.17.9. Пока что 2 десятых я улучшил от Ботаса, и, в принципе, на этом мы переходим к результатам квалификации, где я все-таки удерживаюсь на полупозиции с преимуществом в 1 десятую, но по факту я должен был быть вторым. Дальше у нас Шарль Леклер и Макс Верстаппен, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Дэн Рикьярдо, Даниил Квят, Карлос Сайнц и Ландо Норрис замыкает топ-10. Также еще, да, в прошлом видео вы писали, что была оговорочка насчет топ-10, когда я был 22-м, но, в принципе, ладно. У Строла штраф в виде 10 позиций, он стартовать будет у нас 22-м, ну а мы отправляемся шаманить с тактикой. Тактика тут всегда один пит-стоп. Традиционно софт-медиум, но игра предлагает софт-хард. И именно на нашем болиде, где адский износ резины, надо было, наверное, ехать все-таки софт-хард, но я решила рискнуть и проехать софт-медиум, посмотрим, что у нас получится. Долго сидел и думал, сколько же залить топлива. По идее, тут топливо должно улетать просто быстро, и вообще на тренировках перед ОРЛ оно очень быстро улетало, но тут мы посмотрим, как оно будет вообще... Как я буду справляться с топливом. Ну, а мы, собственно, отправляемся стартовать. Гасли не стартует Гран-при Италии. Стартую я, не сказать, что плохо. Достаточно, в принципе, посредственный старт. И мы уже поравнялись с Вальтери Боссом к первому повороту. Подождите, там и Шарль Леклер пытался нас атаковать. Но я, к сожалению, пролетаю первый поворот. Мне приходится резать по бубликам этим очень высоким. И у Босса получается лучший выход. И выезжает машина безопасности. Да. И, к сожалению, он был на этот момент чуть-чуть дальше, чем я, и он был на первой позиции на момент появления сейфти-кара. Ну и, к сожалению, я теряю одну позицию по итогам первого круга и вообще по итогам старта. Обидно, кстати. Ну а позади у нас случился адский какой-то цилиндропляс с разворотами и останавливаниями
в первом повороте. Из-за того, что камера сама переключает на лидеров, потому что, типа, все становятся прозрачными, я не смог этого показать. Но там, короче, был адский цилиндропляс с сломанными крыльями и какими-то, не знаю, помехами другим пилотам. Ладно, рестарт пытался сделать по-наскаровски в два ряда, и это даже отчасти сработало. Я подрубил абсолютно все, что можно, пытался притормозить его и как-то выйти вперед. Да, я немного пролетел поворот, но все-таки из-за того, что второй поворот во внутреннюю траекторию, я его смог даже немного оттеснить и выйти на первую позицию. Но это еще не все. Позади там Боттас с Леклером выжимают свои обгонные кнопочки и пытаются меня атаковать. Боттас берет внешнюю траекторию на вход в четвертый поворот, да. И все-таки я по внутренней траектории смог удержаться. Он не смог меня пройти по внешней траектории. И на этом я, собственно говоря, отбился. На пятом круге Вальтери Боттас продолжает попытки меня пройти. Я поставил вообще поначалу лучший круг, но он его сразу же перебил, ДРС разрешено, но пока что он без ДРС меня пытается атаковать, и по внутренней траектории это у него, я думал, что сейчас пройдет, но он подпрыгивает на бублике, из-за этого у него очень плохое прохождение второго поворота, и я сохраняю свою позицию. Но это ж еще не все, правильно, обгонная кнопочка в деле у Боттаса, он ее активирует, и я пытаюсь как-то не дать себя пройти, и это у меня получается. Я занял просто центр трассы, и он ничего не смог сделать. Дальше уже идут атаки с ДРС. Боттас опять-таки выбирает внутреннюю траекторию, я по внешней траектории пытаюсь нормально оттормозиться. Опять-таки он подпрыгивает на бублике, и из-за этого опять-таки портит себе все прохождение второго поворота, и я снова сохраняю благодаря этому свою позицию. Также у нас ходит Эстебан Окон, но из-за этого ничего не появляется, и, в принципе, просто, ну, сошел, чё бухтеть-то. Зато у напарника плюс одна позиция. Ну и, собственно говоря, после этого Боттас конкретно отстал из-за того, что начал бороться с Леклером. Леклер его прошел, в принципе, напрямую, там показывать даже нечего, и больше Боттас его не смог пройти, да? И на один из круги я все-таки еле дотерпел на этом комплекте, вот. Прям это было очень сложно, я еле дотерпел до пит-стопа. И тут уже 15 кругов спокойно медиум должен проезжать. 2.0 очень быстрый пит-стоп и, собственно говоря, спокойно выехал и поехал дальше в свое плавание. Я выезжаю на 4-й позиции, передо мной трое пилотов, которые еще не заезжали на пит-стоп. Но у них пит-стоп будет уже на этом круге, и они снова переходят на медиум. И, собственно говоря, больше ничего у них происходить не будет. Поставил, кстати, все почти лучшие сектора, кроме первого, то есть два вторых и третьих. Короче, вы поняли, что это было достаточно хорошо. Вышел на первую позицию, и на этом моя гонка подошла к концу. Очень классная гонка, согласны? Очень интересно, прям Венгрию адски напоминает. Я еще и на последнем круге для себя лучший круг поставил, и лучший круг в гонке. И, к сожалению, большого шлема нету, но это пол. И победа в гонке. Еще и лучший круг. Хет-трик есть, и это прям мега классно. Первая победа в режиме My Team за нашу команду, за пост и Росс. И это прям достаточно классно. Мне это прям очень нравится. В принципе, впервые мы видим, кто у нас в руководителях команды. Какой-то чел, немного смахивающий на Хорнера, как по мне. Впервые мы видим, как мой пилот в моем шлеме, таком красивом, поднимается на первую позицию, прям, ух, как классно. Короче, гонка была очень интересной, особенно последние 15 кругов, когда я просто ехал и смотрел, как я отъезжаю от Леклера с каждым кругом. Из-за того, что там еще и боролись Боттас с Хэмилтоном, они тоже отъезжали, но все-таки Боттас проиграл позицию еще и Льюису, и вместо того, чтобы побороться со мной за победу, он остался только с 4-й позиции. Там еще адская борьба была у Сайенса и Рикерда, но там они просто на каждом круге менялись позициями напрямую, и в принципе там опять-таки показывать нечего, просто удлинять длину ролика, и из-за этого просто зачем-то вам делать больше времени для просмотра, зачем, непонятно, ведь время это деньги, а это очень важно в нашем мире. Ладно, победа с лучшим кругом, еще и лучший круг очень достаточно хороший. Вторым у нас приезжает Леклер, дальше у нас Хэмилтон и Боттас, только у нас четвертый. Мой напарник 17-й, Феттель с тремя пит-стопами, вообще 18-й, но там это все жертвы первого поворота и не только. У нас также еще Сайенс все-таки одолел Рикерда, Албон достаточно хорошо прорвался,
Ну и Строл у нас гонщик дня за второй позиции. Он прорвался вроде на девятую, если я не ошибаюсь. Да или нет? Короче, я не успел даже это заметить. Ладно. В личном счете я прохожу Себастьяна Феттеля, выхожу на третью строчку в личном счете, прям, ух, как классно. Еще также у нас в середине полотона очень много изменений, кому интересно, у нас Квят там где-то в Зажопинске. Ну а в Кубке конструкторов мы проходим Red Bull на одно очко, но проходим, можно сказать, только моими стараниями, но не будем забывать подиум Магнусона. Короче, очень классно, мы в топ-3 в КК, мы топ-3 в ЛЗ, и это прям мега классно, тем более в дебютном сезоне. И уже после Сингапура, так как я, да, проехал Сингапур, и Сингапур уже будет с черной ливреей Мерседеса, это я вам 100% говорю, это была последняя гонка без черной ливреи. В Сингапуре будет еще сложность 105, а потом я ее повышу, скорее всего, до 107. Это будет Россия. Также у нас еще продление спонсора, который, как обычно, с ливреей у нас летает. И очень много вообще дней до следующего уикенда в Сингапуре. Конечно же, я это вкачиваю, чтобы прокачать какие-то отделы у нас. Это аэродинамика, износоустойчивость, шасси или силовой агрегат. В принципе, все это будет достаточно хорошо. Ну и, в принципе, еще что-то там взял на 3 дня, в принципе, не очень-то и важно. Также решил, что у нас почти 10 лямов, надо что-то довкачать. Думал вкачать шасси, и, в принципе, это и сделал. Получение ресурсов у нас будет теперь первого уровня. В аэродинамике думал что-нибудь вкачать, но я, кстати, не помню, вкачал ли я или нет. Короче, вы сейчас будете вот смотреть на все это, а я буду вспоминать. Также еще взял зафейленное обновление, которое нам не приехало на этот этап, и оно должно приехать нам в Сингапур и достаточно сильно нам помочь. Также к нам еще едет аэродинамика и вроде силовой агрегат. Ну а на этом я буду прощаться, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока.